Здравствуйте! Сегодня 28 июля, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. На вчерашних торгах единая европейская валюта продолжала пользоваться расположением покупателей, которые выкупали ее на спадах. Это помогло паре евро-доллар удержаться в ценовой зоне недавно достигнутых максимумов. Пара даже попыталась проверить на устойчивость уровень 1.3045, который, впрочем, встретил ее активными продажами и заставил откатиться к минимальным уровням дня на 1.2952. Однако спрос в этой зоне смягчил снижение, и пара вновь вернулась к ценовым уровням начала дня. Сегодня предполагаем новую попытку возобновить подъем и протестировать уровни 1.3086-1.31. Если попытка вновь окажется неудачной, пара развернется на снижение к ценовым уровням 1.2950, 1.2875 и 1.2809. На утренних торгах во вторник фунт, пользуясь усилившимся доверием рынка, продолжил торговаться на уровне трехмесячных максимумов. Тем не менее, его попытка преодолеть диапазон, в котором он находился с американской сессии понедельника, успехом не увенчалась. Восходящий импульс угас, и пара фунт-доллар откатилась к минимуму сессии 1.5442. Публикация индексов потребительского доверия Великобритании, оказавшихся значительно выше прогнозов аналитиков, поддержала британскую валюту, позволив ей вырваться наконец за пределы диапазона и добраться до уровня 1.5577. А последующие сильные данные по розничной торговле еще более активизировали спрос покупателей, подняв курс валюты до уровня 1.5599. Сегодня мы ожидаем продолжения подъема валюты к уровню 1.5640, а затем разворот пары, ее снижение к целевым уровням 1.5450, 1.54 и 1.5348. В экономическом календаре среды основное место занимают показатели из США. Среди них данные по объему заказов на товары длительного пользования. Прогноз неблагоприятен, ожидается снижение показателя. Индексы ипотечного кредитования и доверия потребителей, объем нефтяных запасов по данным Министерства энергетики. Кроме этого, Федеральная резервная система опубликует сегодня экономический обзор по регионам США «Бежевая книга». Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.